Как сообщают российские СМИ, ясновидящая назвала дату начала Третьей мировой войны. Экстрасенс Инна Мишина заявила, что эскалация конфликта между Израилем и Палестиной – это только преддверие большой войны, которая унесет много человеческих жизней. На самом деле то, что происходит на Ближнем Востоке, многие провидцы, предсказатели уже давно об этом сообщали, и даже политологи понимают, что ничем хорошим, мягко говоря, это не закончится. А мы вернемся к статье. Незадолго до праздника во Франции, который будет отмечаться летом, в июле начнется паника. «Мир всерьез заговорит о Третьей мировой войне и военном положении», отметила ясновидящая. Она подчеркнула, что Третья мировая начнется именно с конфликта в Израиле. По словам Мишиной, война будет очень тяжелой и кровопролитной. Она унесет много человеческих жизней. Ясновидящая предупредила, что России в конфликт вступать не стоит. Лучше сохранить нейтралитет. Она подчеркнула, что практически весь мусульманский мир возьмется за оружие. Экстрасенс убеждена, что вооруженные столкновения продлятся не один год, а минимум три. В конечном итоге окажутся втянутыми в войну Индия и страны Запада, передает Подмосковье сегодня. Напомним, к банкротству со стороны правительства Соединенных Штатов Америки, а также к ядерной войне с Ираном, может привести конфликт на Ближнем Востоке. Об этом в социальной сети X написал американский журналист Такер Карлсон. Какие страны будут следующими? Иран, Индия, Китай, может быть, Северная и Южная Кореи? Пишите свое мнение в комментариях, а самое главное, как вы считаете, случайность ли это или какие-то темные силы управляют правительством разных стран и стремятся к единому мировому порядку?